Поехали, в общем, на прогулку. Вот. Или можно сказать, по делам. Пойдем в Хоф на велосипеде. Опять в лифт загрузили велики. Вот так вертикально, потому что лифта грузового у нас до сих пор нету. Вот, Юля одним лифтом уехала, я вторым. Вот. Зато у нас лифты с музыкой. Вот, мы заехали в небольшой Хоф. Получается, он прямо налево вверх. Еще на втором этаже. Мы сейчас на каком, непонятно. Магазин «Смешные цены». Пойдем поглазеем, что в смешных ценах есть. Утюг за 1200 хочешь? У меня есть такой. Плитки электрические. Вот это. 850. Мангал. Не, электрический, наверное, не надо. Мангал. Сколько стоит? 600 рублей, 700 рублей стоят мангалы. А на Озоне почем? Так же? 800, 1200. Такие же? Ну, это дерево? Возьми один в руки. Сверху, который. Он большой. Большой, да? Размеров нету? Размеры есть, вот. 685 на 410. Зажигалки для розжига. Что тут только нету, слушай. Весы. Скалки. Скалка по 160 рублей. 180 какие-то. Вот это прикольно, да? Это лаваш делал. Коврик за 350 рублей. Корка. 20 рублей. Мы не потащим. Что еще? Панаму не хочешь? Нет. Панаму я не хочу. Маски, шахматы, лото. Что хочешь, да? Что хочешь, что не хочешь. Все есть. Ну да, вот так для дома. Ложки, домастерские зеркала. Куча рюкзаков, ладно. Там дальше нам уже не надо вещи, которые... Нет. Брутальный рюкзак. Какой? Брутальный. Погнали дальше. Это был магазин «Смешные цены». Хоф. Хоф, хоф, хоф. Маленький хоф, похоже. Тут, наверное, еще есть, Юль, вот здесь. А, тут написано сервисный центр и самовывоз. А.
Со стульчиками. Которые кухонные стульчики. Там же, там, да? Там с диванами. Давай посмотрим здесь со скидкой. Посмотрим со скидкой, потом дальше. Юль, что будем куда-сюда уже крутиться? Как ты? А. Что? Нет. Нет, я говорю, там дерево, что мы хотели. А, прикольный, кстати, столик, да? Ну да. Ну, подходит, кстати. Будем брать? Нет? Нет, пока. Ну, я же с тобой сейчас, типа, это... Цена 12 тысяч. Ну, а почему уценен? Выставочный образец. А сесть интересно, если за него. Ты можешь за ним работать, как за компьютером? Стул надо притащить какой-нибудь. Ну, допустим. Высокий? Ну, поэтому и высокий. Чтобы ничего не задевало. Компьютер даже удобно. Не надо вот так. Ну все, слазь. Я померю. Магазинчик Хофф. Комод 12 тысяч рублей. Обувница. Не видишь? Нет обувницы. А вот это не обувница? А, тоже комода. Какая картина интересная. Ну да, кстати, под мои шкафы стол. Ой. Нет. Твердый. Ну как? Нормально? На, поснимай. На, подержи. Не, так ты его как-то растормоши. Ну, конечно, да. В принципе, что? Удобно. Ничего не скажу. Удобно. Еще нам его растормошить можно. Ну, край растормоши. Ну, попробуй. Вот ты прям укачайся туда. Спиной. Ты съехал, Лёш.
Блин. Не укачивается, как кресло, в общем. Тебе надо весом спиной лечь. А ты попой. Удобно. Удобно лучше, чем кресло штука. Реально. Вот в этом не садилось, это нет. Давай сяду. О, вот это клево. Удобный? Да, как перевернуть? Вот это меньше места занимает. Как-то я в нем легла хотя бы. 5000 рублей. Тут серый есть. Шесть тысяч. Видишь, у тебя и руки легли. И ты вот съедь, если головой туда. Пониже же попу сделай вперед. Да, эта форма интереснее. Он удобней. А он здесь висит. Почему он не висит? Ну, он не должен висеть, просто спросить, каких цветов есть, они же разные цвета. То есть тот грушевидный? Да, можно один такой взять. Два, что ли? Один? Точно. Ага. Ну ладно, пошли дальше. Я вообще не говорю. Тебе хорошо же здесь? Ну, слушай, они все, конечно, удобные. А попробуй покрутиться в нем, вот как ты там любишь? Как ты лежать любишь? Ну, выдвини его поближе, а по-другому его как-то можно пасть постелить? Мне больше всего, конечно, большой понравился. Большой, ну, удобный. Он огромный, Лёш. И я большой. У него много лишнего этого места. Да, он огромный. Квартира побольше. Вот это за 7 тысяч нормально вообще. Это как-то низко, что ли, садишься. Не так, а ты его садишься. Перетряси по-другому чуть-чуть. Я уже не могу вставать, подниматься, у меня вот нога болит. Ой, вот начинается, блин. Нога у него болит. Ты меня не проведешь. А, я не могу. Чуть-чуть нога болит. А, давай. Че? Давай, Лёш. Вот можно тумбочку. Ну, вам лучше открывающуюся. И оставить-то не могу. Интересно, как мне доставать? Не знаю. Ладно, пошли дальше, согласен. Вот можно будет в коридор купить вот такую сюда сиденье. Какой коридор, да? У нас нет там столько места. Почему нету? Есть. Есть что-то можно складывать внутри. Ну да, лучше большой, конечно. Только цветом все не подходит. А, в коридор куда? Напротив входа в туалет. А, смотри, вылазить будет? Большой хов. Ничего себе, да? Да? Большой вроде хов. Ну да. Все, у нас вся обувь с тобой. Около, и вот есть серенькая. На входе куда? На входе каком? На площадке. Вот, вот такой вот, да? Ну, всякие щетки для обуви, всякие эти. Есть пониже. Мне кажется, пониже, не себя пониже. Уже поставить вот прям ее в стене вот так до двери. Сколько она здесь? 87 на 123 на 22,6. Она вообще в аккуратно. Сфотографируй. Серая, даже если там ты ее что-то поцарапаешь. Просто ты ее в квартиру не занесешь, она мне очень подходит. А в квартире нам какого цвета нужна? Квартира
квартиру нам никакого цвета не нужно. А мне нужно обувь, щит квартиры. Хочешь сказать, хочешь сказать, все время нужно их оставить? Конечно. Конечно, по улице, будь на улице. Зачем она в доме? Тем более в студии. Ну, или вот, вот. Она как раз по нашим размерам. Нет, что значит обувница? Вот приедут соседи у тебя, и что у тебя? Моя обувница стоит там. А где ты будешь разуваться-то? Порога разулась, обувь поставила, закрыла и пошла в квартиру. Почему мы не можем разуваться? Зачем нам разуваться дома? Мы разулись, положили свою обувь. По твоему коврику будут мимо проходить, а? Грязный будет. Ты как будешь босиком на него вставать? Открыл дверь, разулся и зашел. Что за лев, это тигр? Ты это, Аль Пачино? Или как там это, в Италии? Коза Ностра? Ну, у тебя еще тоже шляпа есть, одевай. Сейчас вот это буду делать. Леша, мне не раз. Блин, ничего не одевается, одень просто и все. Вот. Она не вытаскивается, где? Не вытаскивается. Гость со мной одень. Давай, нормально фотографируемся. Как уж надо поймать. Пойдет так. Ну, ты какую хочешь? Какую-нибудь вот такую. Чтобы не видно было. Ты думаешь? Она там не нужна большая. Ну, что-нибудь подобное. Не факт, что прям вот это. Так, ладно, пойдем стулья посмотрим. Я уже припарился, честно говоря. Тут того, что нам нужно, я вот все равно не нашел. Обувницу, я думаю, можно, если в коридор ее ставить, можно вообще выбрать самую какую-то дешевую. Прям самый какой-то дешевый вариант. Вот это, кстати, Юль, все по цвету нам подходят. А куда ты? В комнату. Под белый. У тебя белый? А? Там другим цветом. А этом каким цветом? Таким же, как кухня, нет? Ладно, я у тебя отсниму. Вот так. Это у тебя вот сверху шкафы такого цвета, Юль. Где? Вот такую поставить и все. Да ну, все будут смотреть твои ботинки. Юль, а ладно. Слушай, давай, мы не по сути уже, блин. Все, мы уже... Это не, тоже не туда идешь. Давай, все, стулья смотрим и уходим. Я уже устал.